Меня часто спрашивают, рисую ли я картины из головы. Да, иногда бывает, что-то рождается. Но я никогда не знаю заранее, что это будет. Может быть, это будет силуэт какого-то животного. Может быть, это будет намек на какой-то пейзаж в тумане или освещенный лучами солнца. А может быть, это будет чье-то лицо, завуалированное в мазках краски. Я не знаю, что будет это сейчас. Но мы с вами это узнаем в конце этой истории. И пока я буду писать эту картину, я могу вам рассказать историю о том, как я начала продавать свои картины. Случилось это уже достаточно давно. Случилось это в 2013 году, когда я поняла, что я хочу учиться писать картины маслом, и хочу, чтобы меня научил этому профессиональный художник или художница. Я открыла интернет и начала листать, кто обучает живописи в Воронеже. И нашла одну студию. С ней было совершенно непонятно ничего, но была рекламная запись, она выпала на каком-то сайте. Вот, и там было имя художницы, которая преподает. Но статья была явно написана не ей. То есть это была просто рекламная статья. Опять же, на сайте. И этот же сайт рекламировал и какие-то еще мастер-классы совершенно в другом месте города. Вот. Ну, там был указан телефон. Я просто позвонила по нему, и мне дали номер, еще один телефон, и сказали имя художницы, которая ведет эти уроки. Вот. Я по нему позвонила. Там мне ответили, где все это находится. Уроки мои стоили, я так понимаю, недешево по нынешним временам. 800 рублей стоил один урок. Вот. Но это считалось даже не персональное занятие, но и не занятие в группе. Для меня так и осталось непонятным до какого-то момента, как это будет все проходить, да, и вообще мне сказали приходить в какой-то христианский центр, но это был не православный христианский центр, а какой-то другой церкви, видимо. Но все это находилось в многоэтажном доме в центре нашего города Воронежа. Вот. Ну, то есть мне сказали, что там как будто они арендуют просто комнату. Вот. Ну, действительно, оказалось, там какая-то организация, там никогда никого не было. Вот, и там просто была отдельная комната, в которой стояли какие-то постановки, и стояло несколько парт. То есть это совершенно не напоминало, в общем-то, там художественную студию практически ничем. Вот, ну какие-то краски гуашевые стояли в уголке на подоконнике. Вот. Потом мне объяснили, что туда приходят заниматься дети. То есть это как бы занятия проходят 3 раза в неделю, а там кто придет, тот и придет. Ну, было лето, когда я собралась, это был июнь месяц, середина июня, и сказали, что никого вот сейчас особо нет. Там какая-то одна или две девочки или мальчика маленьких водят родители. Вот, и действительно, бывали такие дни, когда я приходила, и мы с преподавательницей были вдвоем. А бывали дни, когда еще приходил кто-то из детей. Однажды девушка пришла, лет, наверное, 25. Вот один раз она пришла. Вот. Значит, преподавательница, она оказалась примерно моего возраста. Но я ей к ней обращалась на вы по имени-отчеству. Вот. И у нас с ней были такие достаточно дистанцированные отношения. Вот. Но так как я, в принципе, от природы очень быстро сближаюсь с людьми, то мы с ней, конечно, уже начали через какое-то время болтать о том о сём, то есть совершенно даже не имея еще отношения
к живописи. Оказалось, что она много лет прожила в Индии. Вот, когда она узнала, что я несколько раз уже зимовала в Таиланде, это нас как-то даже, наверное, сблизило. Вот, ну, обучение состояло в том, что мы с ней поставили натюрморт, я принесла цветы с дачи, пионы как раз тогда цвели. И она мне дала список красок, которые надо купить. Она мне дала краски, список красок, которым очень много оттенков было. Я помню, до этого я смотрела мастер-классы Игоря Сахарова, и он говорил, что надо учиться писать картины там буквально с четырех красок, чтобы не было путаницы. Ну, возможно, это подходит тем, кто никогда вообще не рисовал. Да, у меня все-таки был за плечами достаточно большой опыт уже. Я училась 5 лет в художественной школе. У меня была живопись в институте, где мы рисовали акварелью и гуашью. Вот, и было у меня 2 года рисунка в институте еще. Вот, ну, рисунок архитектурный, он очень специфический, поэтому, ну, все-таки это все равно рисунок, да, все равно это набивает руку. Вот, в общем, я купила краски, которые она мне по списку дала. Было очень много разных красивых оттенков. Вот, когда мы выложили их на палитру, мне очень-очень понравилось. И, наверное, с этого начался мой эксперимент в области масляной живописи. Вот, художница в итоге я отходила всего лишь 2 месяца, потом мы уехали путешествовать, потом мы вернулись, и я к ней больше не пошла. Ну, как-то я насытилась, наверное, ее уроками. Она не очень-то много мне давала работать со мной. Ей очень нравилось отбирать у меня кисточку и там за меня рисовать. И еще там некоторые нюансы были, которые мне перестали быстро очень нравиться. Да, я, в принципе, наверное, не склонна к обучению уже во взрослом возрасте. Мне сложно подчиняться. Вот. Ну, а с того момента я стала просто каждый день дома рисовать. При том, что у меня была работа, я достаточно много работала. Вот, но это была надомная работа, я работала в интернете онлайн, и я как-то это все совмещала. Вот, и где-то через полгода у меня уже скопилось достаточно много картин. Вот мы в тот момент с мужем в Таиланде в очередной раз зимовали. Вот, и он говорит, давай попробуем их продавать. Мы зарегистрировались на ярмарке мастеров и на Etsy, но на Etsy просмотров не было. И через сколько-то там времени мы магазинчик там, ну, прикрыли, короче, удалили оттуда все работы. Тогда были какие-то другие условия, надо было то ли через месяц проплачивать, что ли. Вот. Или, может быть, такие же вначале загружаешь, потом через месяц проплачиваешь. В общем, просмотров не было, и поэтому там мы решили все прикрыть. А вот на ярмарке у меня где-то через, наверное, месяц или полтора продалась первая работа. Вот. А так как мы еще были в Таиланде, я спросила, хочет ли покупательница, чтобы мы отправили работу из Таиланда, или мы можем через месяц отправить ее из России. И она согласилась подождать целый месяц. Вот, работа эта была написана акрилом. Это была интерьерная картина, вот что интересно. То есть реалистичных или каких-то пейзажей я тогда не писала. Я начала сразу рисовать с интерьерной живописи. Вот, но потом я как бы разные вещи уже изучала и писала. Да, но это была картина с большим таким декоративным тюльпаном, а на абстрактном фоне. Вот. Я когда смотрю свои самые вот эти первые работы из того периода, я понимаю, что с самого начала я ориентировалась на все-таки на современную живопись, на то, что нравится людям за границей. Вот, но потом, так как я все-таки работала на русский рынок, видимо, как-то я склонилась все-таки к таким вещам, которые нравятся русским покупателям. Вот букеты, цветы. Вот интерьерные работы я перестала рисовать. Вот какие-то фантазийные тоже. Вот. И сейчас, когда я уже не работаю практически на русский рынок, я как раз возвращаюсь к работам нереалистичным, к работам полуабстрактным, абстрактным.
Вот. А первая картина моя продалась за 3,5 тысячи рублей. Тогда еще доллар был. Как раз где-то столько стоил, 33 рубля. То есть я продала картину где-то за 110 долларов. За 110 долларов я продала картину акрилом 60 на 40 сантиметров. Вот так это было. После этого у меня где-то раз, пару раз в месяц что-то продавалось на ярмарке мастеров. Это было первые полгода. А через полгода где-то у меня процесс ускорился. То есть я помню, что через полгода у меня случился первый такой бум продаж, когда за неделю я продала 7 картин. Вот это случилось в конце августа, когда люди стали выходить из отпусков уже. И вот, получается, с февраля месяца 2014 года я продаю картины плотно все время. Каждый месяц у меня продается не меньше 10 работ. Это мой заработок, мой доход. На это я живу. Покупаю краски, снимаю жилье за границей. Вот, покупаю авиабилеты для того, чтобы путешествовать. Заправляю машину бензином, чтобы тоже путешествовать. Вот, одеваю, обуваю, кормлю себя. Вот такая вот история. Тут и картина моя уже почти закончена, правда? Эта картина с абстрактной горой. Вот, я надеюсь, что вам было не скучно смотреть за процессом и слушать меня. Приобретайте мои работы, приходите в организованный мной и моим мужем клуб продающих художников, где мы обучаем продажам на Etsy. Вот, смотрите мои тематические прямые эфиры. Всего доброго, до свидания.